Это самый известный в Москве реставратор. Александра Корзухина. Дата и подпись совпадает. Я сделаю так, что вас забудут. Не как эксперт, не как реставратор. Навсегда. Мы имеем дело с особо жестоким убийством. Но мистика здесь определенно присутствует. Это даже я понимаю. Художник водится с нечистью. Ёлки, вызывай наряд. У нас труп. Пишет кровью невинных детей, а тела их приносит в жертву вот таким упырям. Что не гений, то псих. Это он. Этот охотник за картинами точно псих. Страшно тебе? Не двигаться, не двигаться. Да. Вот эта мясорубка здесь была.